отметим особо. Россияне. Шайбы, бросок какой мощный, последовал и гол! Сборная России открывает счет! Шакир Мухаммадуллин, он на синей линии заменил как раз Кузнецова, баражировал там и бросил по воротам соперника. Еще раз Мухаммадуллин, гол! Шакир Мухаммадуллин, сборная России! Это ничего он не напоминает, друзья, я молчал специально, ничего не говорил. Канада, Квебек, 2008 год. Мы в овертайме вырываем победу, удаление также у соперников. Илья Ковальчук тогда забросил шайбу, и сборная России выиграла золото чемпионата мира. А вот теперь такой же сценарий практически мы видим здесь в Доусон-Крик. Итак, впервые в истории.